Торговая стратегия секретный грааль Quotex для бинарных опционов показывает хорошие результаты на платформе Quotex благодаря показателям всего двух индикаторов, доступных в торговом терминале этого брокера. Система основана на показателях осциллятора Shaft Trend Cycle и полосах Боллинджера. Перед тем, как перейти к подробному обзору стратегии, не забывайте о том, что на нашем сайте в специальной статье вы можете найти промокоды на отмену убыточной сделки в сумме $10 для брокера Quotex. Ссылка на статью будет в описании под этим видео. Осциллятор Shaft Trend Cycle, который используется в стратегии, дает информацию о направлении тренда. В основе его работы лежит предположение, что рыночные тренды ускоряются и замедляются согласно определенным циклам. Как и у популярного осциллятора MACD, формула Shaft Trend Cycle основана на экспоненциальных скользящих средних. Тем не менее, он более быстро реагирует на изменения цены и способен давать торговые сигналы раньше, благодаря тому, что кроме скользящих средних в нем настраивается общий период. Для совершения сделок по торговой стратегии секретный грааль Quotex прежде всего потребуется добавить на экран осциллятор Shaft Trend Cycle и указать параметры Lens 12, Fast Lens 21, а остальные настройки оставить без изменений. Второй индикатор Bollinger Bands применяется в торговле бинарными опционами для определения зон перекупленности или перепроданности. Его следует добавить на график платформы Quotex, не изменяя базовых настроек, которые достаточно чувствительны для применения в стратегии секретный грааль Quotex. Когда цена касается зеленой линии Боллинджера или уходит выше нее, она находится в зоне перекупленности. И наоборот, если цена коснулась красной линии или ушла ниже нее, в зоне перепроданности. В правилах торговли по системе секретный грааль Quotex для бинарных опционов можно использовать короткие таймфреймы, включая M1 с малой экспирацией. Логика системы состоит в том, что основной тренд, а следовательно и направление сделки, мы будем определять по одному индикатору, а по второму находить оптимальную точку входа на локальном откате цены. В стратегии секретный грааль Quotex нужно следовать всего двум правилам. Для покупки колл опциона нужно, чтобы первое, осциллятор Shaft Trend Cycle находился в зоне выше 0,75, а его линия была окрашена в зеленый цвет. Второе, цена коснулась красной линии Боллинджера. При касании нижней красной линии Боллинджера можно покупать колл опцион с экспирацией в одну свечу. Для покупки put опциона требуется дождаться следующих условий. Первое. Осциллятор Shaft Trend Cycle находился в зоне ниже 0,25, а его линия была окрашена в красный цвет. Второе. Цена коснулась зеленой линии Боллинджера. Соблюдение этих двух условий является сигналом для покупки put опциона. Преимуществом стратегии секретный грааль Quotex является то, что она дает достаточное для успешной торговли бинарными опционами количество прибыльных сигналов, даже без отслеживания направления тренда по графику. Тем не менее, опытные пользователи могут еще больше повысить качество торговли по этой стратегии, если будут отсекать те торговые сигналы, которые, на их взгляд, противоречат тренду со старших таймфреймов. Как мы видим, на старшем таймфрейме наблюдается восходящий тренд, поэтому, переключаясь на минутный график, мы будем дожидаться только сигнала для покупки колл-опциона. А вот и он. Входим в сделку и ожидаем профит. Теперь давайте попробуем поторговать с таймфреймом 1 минута и экспирацией в одну свечу.
Заключение. Секретный грааль Quotex – это одна из лучших торговых систем для бинарных опционов с короткой экспирацией под платформу Quotex. Тем не менее, мы рекомендуем самостоятельно тестировать стратегию на демо-счету перед тем, как торговать на реальные деньги. Не забывайте, что соблюдение правил мани-менеджмента и риск-менеджмента всегда благоприятно влияет на состояние вашего торгового баланса. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные и полезные видео из сферы торговли бинарными опционами.